наша шкіра відображає загальний стан організму. Що ми їмо, що п'ємо, скільки часу буваємо на свіжому повітрі і як зробити так, аби наша шкіра завжди була сяючою. Ось саме про це будемо дізнаватися від косметологині, яка прийшла до нашої студії. Це Олена Ларіонова. Рада вас бачити. Пані Олено, я знаю, що ви от за природні засоби, за те, щоб наша шкіра користувалася лише тим, що у нас є і що ми отримуємо від природи, і за чисту воду, і за усе те, що може нам лише допомогти. Тож ми сьогодні будемо говорити про такі еко-засоби для нашої шкіри. Так? Правильно я розумію? Це так і є? У вас не змінилася лінія догляду за обличчям? Чи щось змінилось за останній час? Во-первых, здравствуйте. Я хочу сказати, що да, ми зараз всі боремося за те, щоб у нас в нашей жизни присутствовало как можно больше натуральных компонентов и в продуктах питания, и в той окружающей среде, которая возле нас. И, естественно, это касается методов ухода за кожей нашей, за кожей лица, тела, то, что важно для женщин. Конечно, в сегодняшний день достаточно тяжело защищать свою кожу натуральными компонентами, потому что, к сожалению, окружающая среда наша такая, что все тяжелее и тяжелее найти уголки природы. Так і є. Насправді, хочеш подихати свіжим повітрям, а його немає. Треба кудись їхати за місто, шукати. Ну, паркових зон у нас мало. Насправді, є. Да. Є, звісно, виходимо подихати, але ж все одно усе це окутане дуже поганими викидами. Так, ми знаємо, скільки важких металів є у викидах. І ми хочемо отримати чисте повітря, чисту воду. Так, очищуємо. Зараз вже мало залишилось людей, які п'ють воду з крану, і думаю, що ніхто не хоче цього робити, так? Доводиться купувати, очищувати, і я так думаю, скоро ми вже і повітря почнемо очищувати, бо вже все до того йде. Не знаю. Не хотілося б. К этому идет, и наша, конечно, индустрия, и индустрия красоты, так называемая, она тоже движется в этом направлении, потому что забота и цель косметологии сегодняшнего дня – это сохранить кожу молодой, натуральной, эластичной настолько дольше, насколько это возможно. И, конечно же, состояние нашей кожи во многом зависит от нас самих. Потому так, это уже тут ближе до этого питания. Да, потому что когда, особенно женщины, работающие, которые находятся в процессе и в жизни урбанизации городской, конечно же, они подвержены очень многим факторам извне, начиная от стресса, который происходит у нас каждый день и в семье, и на работе, и среди людей. Потом играют роль, конечно же, все испарения, все выбросы в атмосферу, которые особенно мы чувствуем в городской среде, потому что, конечно, в сельской местности с этим немножко попроще делом. Але ж, знаєте, я трошки вас так хотіла доповнити, як то кажуть, так? Але ж ми бачимо, наскільки жінки з міста, панянки такі, краще виглядають, і частіше так буває, ніж ті жінки, які живуть в селі. Ну, не знаю, можливо, це стереотип, але, можливо, в них менше часу, чи не знаю, я не знаю, як це можна охарактеризувати, от з чим це пов'язано, чи так насправді є, от за вашими, можливо, за вашим досвідом? Я думаю, візуально, да. Любой человек, не только женщина и мужчина, мужчины особенно сейчас присматриваются к тому, как выглядит женщина, потому что, я думаю, на взгляд мужчин, на ухоженность женщин играет, конечно же, средства массовой информации, то, что им приносится, то, что им доходит, дослышивается, если так можно сказать, до них. Вот. Ну,
сельские жительницы, может быть, ну, я не скажу, что они выглядят хуже, а, скажем так, слово «проще». Они выглядят проще, чем женщины с города, во-первых, потому что им так, ну, комфортнее жить. То есть, когда женщина живет в селе, и у нее свой двор, и она вынуждена находиться на этом дворе и смотреть за двором, за семьей, то, скажем так, ей не нужен макияж, і їй не нужны какие-то средства ухода особые. Так, ну, тобто ми бачимо яку картину, що, в принципі, от, здоров'я шкіри – це, от, якщо більше жінка знаходиться, чи там чоловік, так, на свіжому повітрі, так, п'є чисту воду, має екологічно чисті місця для того, щоб просто вийти, подихати повітрям, так, жити, насолоджуватись, то, в принципі, здоров'я шкіри буде кращим у тих людей, у яких є для цього усі можливості. Ну, наприклад, в селі, так? Чи це може бути якась зона, там, де немає викидів, чиста, екологічна, наприклад, так? Да. І що для цього, а те вже решта, що може замаскувати, що може додати, там, можливо, там, блиску, додати якихось, там, не знаю, там, рожевих щічок і ще чогось, так? То цим, мабуть, більш так страждають в лапках, мабуть, мешканці міста. Ось вони якраз намагаються все це зробити. Але ж це, мабуть, ненадовго, бо чим більше ми косметики наносимо на своє обличчя, тим вона більше може псувати нашу шкіру. Це правда чи ні? Скажем так, чтобы поставить точку на жительницах сельской местности. Залишаємо це питання. Да, у них кожа просто более живая. Так, і це супер, це дуже добре. Да, потому что это кислород. Вот. Поэтому не зря ж придумали, ну, то, что касается именно профессиональных линий косметических, есть кислородонасыщаемые линии, где добавляются эти молекулы кислорода, и они действительно работают. Вот. Я сейчас как бы не буду конкретизировать, какие бренды и все, но то, что касается жительниц городской среды, то в первую очередь кожа страдает и, скажем так, все вот эти вот выбросы, они забирают много влаги из кожи. Поэтому первая проблема – это сухость. Особенно у женщин с возрастом, когда еще присоединяются к этому гормональные изменения, когда падает иммунная защита, когда нарушается вот этот иммунный барьер, то, конечно же, с возрастом это первая проблема, и, в общем-то, это проблема в косметологии и на всех симпозиумах мировых, где собираются такие, как мы, специалисты, это проблема номер один. Проблема, которая первая, это фотостарение, когда у женщины только начинают проявляться мелкие морщинки, они, что называется, обсыпают зону возле глаз, то есть это зона более тонкой, более чувствительной кожи, зона носогубки, потом начинаются, есть такое понятие гравитационный птоз, когда меняются уже мышечные структуры, когда кожа опускается вниз и начинаются изменения. Вот, поэтому, конечно, и второй тип – это хроностарение, когда уже идет изменение по возрасту. Вот. Ну, це зрозуміло все, що з нами відбувається. Це нібито ми бачимо. Бачимо, хтось в дзеркало, хтось ще до цього прийде, ось, а хтось намагається щось з цим робити. Ну, бажаючих змінити усе і зробити себе молодшими, так їх, мабуть, більшість. Тому, пані Олено, розкажіть, як тепер? Тепер, як зробити так, щоб наша шкіра завжди сяяла? Ну, на самом деле, очень много категория женщин, которые идут немножко по неправильному пути, считая, что если я куплю там 58 баночек, то тогда я буду молодой и счастливой. На самом деле, для того, чтобы ухаживать за кожей, даже при минимальном бюджете, не нужно очень много и очень больших денег. Проблема увлажнения, если у женщины, скажем так, нет возможности купить себе хороший дорогой крем, потому что на самом деле кремы, которые работают реально на коже, они начинаются от 700 гривен и выше. Это кремы, куда добавлены нормальные ингредиенты, прошедшие лабораторные исследования, опробированные. А что же делать? Немає таких грошей, например, что тогда? У нас есть вода. У нас есть вода, которая не из крана.
У нас есть много вариантов так называемой мягкой воды. Угу. Самое простое – это кипяченая вода. То есть вода, которая кипятится, выпадает в осадок соли тяжелых металлов и хлор. То есть это то, что в первую очередь повреждает структуры нашей кожи. Поэтому самое первое правило для каждой женщины, начиная с молодого возраста и по жизни, это просто стараться умываться даже начинать мягкой водой. Угу. Очищенную воду брати, да, для вмивания. А я чула, знаете, рекомендуют еще и минеральную воду. Минеральная вода, она относится к категории мягких вод. И два варианта использования минеральной воды. То есть можно использовать, выпустив газ, то есть когда эта вода постоит и выйдут газы. Там сохраняются все микроэлементы, угу, которые заложены в эту воду. То есть в зависимости от того, опять же, какой у женщины тип кожи. Но опять же, допустим, женщины, у которых жирный тип кожи, лоснящиеся, с комбинированными участками, когда есть проблемы высыпаний, эти женщины знают о том, что у них жирная кожа. Поэтому для такого типа кожи особенно важно пользоваться чистой водой, очищенной, чтобы она не несла никаких токсических веществ. И в этой воде есть микроэлементы. Это то, что касается минеральной воды. Угу. Талая вода – это тоже вариант воды очищенной. То есть это вода, которая, в принципе, за счет того, что она была под воздействием низких температур, там полностью ушли бактерії, какие-то... Пані Олено, виходить, що насправді вода дуже має велике значення для догляду за не лише пити, так, а для догляду, да, за усім організмом. Да. Ми можемо використовувати будь-якого виду чисту воду або мінеральну воду, і ми таким чином можемо зберегти і захистити навіть свою шкіру, так? Да. А якщо потім ми будемо користуватися різними засобами, ну, різним людям підходить різне, але якщо, наприклад, низький бюджет, ну, я маю на увазі, там немає можливості купити ті засоби, які працюють реально, то чи можемо ми в домашніх умовах, якщо можна коротко, бо вже час майже завершено, розказати трошечки, чим же саме краще користуватися в домашніх умовах? Ну, саме простое – це брати травки. Вот, саме, скажімо так, активна робоча трава – це ромашка. Ромашка – это вообще очень идеальный вариант. Делается просто отвар. То есть использование натурального тоника, это называется. Когда берется трава, либо ромашка, это больше для молодой кожи подходит, либо добавляются туда лепестки роз, можно отдельно, и либо их замораживать, или просто использовать в виде настоя охлажденного, как тоник, протираться. Угу. Это для более возрастных лиц. Ромашка, крапива, календула – это все травы, шалфей, которые хорошо подходят для более молодого типа кожи. Так, ну що ж, ми зрозуміли вже, які засоби можуть нам допомогти, якими можна користуватися. Я ще хотіла от наостанок сказати, що, мабуть, краще ось користуватися вже ось такими засобами, ніж витрачати хоч і невеликі кошти, але на ті засоби, які взагалі не будуть працювати, не будуть, да, діяти, не будуть підходити для вас ні в якому разі. Пані Олено, я вам дуже дякую за таку пораду. Вона насправді буде корисною для усіх жінок, і я думаю, що і для чоловіків також, бо зараз і чоловіки слідкують за, да, собою, за своїм обличчям, за своїм життям також. Тож будемо чекати вас ще з іншими новими порадами, а вони нам потрібні будуть, бо скоро вже весна, ну, поки що зима, але скоро весна, і треба готуватися і до цього періоду теж заздалегідь і особливо. Ну що ж, ми зустрінемося вже завтра з вами о 13:30. Це була програма «Фреш». До побачення.